Вот это точно 6 тысяч лет захоронения. Вот это вот кувшинчик, сосуд. Но там тоже косточки, да, какие-то лежат? Здесь на самом деле три погребения. Первое, маленькое, второе. Здесь третье, третье, по идее, полное. Вот здесь. Ноги его уже идут. Но здесь это разрушено, да? Это разрушено специально. Почему? Потому что у этого народа был такой ритуал погребения, что через некоторое время после похорон они входили в яму и делали какие-то манипуляции с костями. Нам сегодня неизвестно, зачем они это делали. Но мы констатируем факт, что все кости, смотри, здесь череп, да, здесь таз, да, вот это все в куче лежат, да? Все в куче, абсолютно все в куче. Они что-то делали, мыли кости. У нас же есть такой, где-то сохранился ритуал, чтобы мыть кости после 7 лет. Точно так же и они делали. Обалдеть. Через какой период, неизвестно. А здесь непонятно, что, давай, что внутри, там непонятно, да? Манит, манит. Нет, там цена. Все, фарту, ребята. Давай, спасибо. Пока. Да, вот такое вот захоронение нашли. Здесь маленький ребенок лежал. Там дальше что-то еще. Посмотрим сейчас, что там они роют. Здесь тоже что-то. А это горшочек, да, рядом лежит? Да, горшочек. Офигеть. Это очень плохой сохранность. Да, его раздавило, да? Да. И от времени от уже. От времени, потом еще трактор отсюда проезжал. Да. Много раз.